лучики тепла. Ладно, пацаны, чё, я не знаю, с чего начинать. Кофта как вам, рассказывайте? Специально одел, полосатую, чтобы понимать, что происходило. Вы вообще не догоняете, что происходило. Это самый ваш старший период в моей жизни. Окей. Воу! Пригласили меня туда на выступление, в общем. Выступать, рассказывать молодежи, что такое спорт, что, как вообще развиваться, как достичь таких успехов, не творить вообще всякой дичи. Полезная информация для города, для молодежи. Оказывается, Салехард – это красный город. Я не знал, что это такое. Там, во-первых, работает всегда полиция. Это МЧС город. Там нет клубов. Все закрывается после 11. Там нет девчонок. Там вообще ничего нет. То есть все закрыто и пугает это очень сильно. И сначала первый день я вообще кайфовал. То есть я фоткался, классно выступил. Все было здорово. Последний день нам улетать. Я такой, ну ладно, хоть как-то надо повеселиться. А то это каждый день тренировки. Ездил к Броку в Одинцово в 9 утра на режиме. Всегда думаю, ну хоть можно мне там повеселиться, ладно. Тем более камер нет, никто не снимает. Все будет здорово, пивка бахнет там. Ну знаете, ну вот такая броковская жизнь, чистый брок. В итоге все началось с отеля. Мы решили позвать девчонок. Девчонок там вообще нету. Нашли каких-то, они там весят, ну... Ну ладно, не будем эти все начинать разговоры, но очень большие XXL размеры девочки. Говорим на ресепшене, можно, пожалуйста, пустить их к нам? Она, нет, нельзя. Началась ссора. В отеле началась ссора. Говорю, пустите девочек. Она, нет, мы не пустим девочек. Говорю, ну пожалуйста, пустите девочек. В итоге она вызывает полицию и говорит, они мешают жить этим, кто живет в отеле, мы их хотим убрать. Я говорю, что, во-первых, начинаю дерзить, да, ну такой характер у меня, я не знаю, что вы все знаете, что я очень дерзкий, я начинаю дерзить им, и они говорят, ладно, еще одно предупреждение, и мы вас забираем. Они уехали, мы сидим, час ночи, 2 часа, 3 ночи, 4, и тут уже все, пошла жара, ёпта, так сказать, 4 часа ночи, ну, в голову пришло просто разъебать стул. Окей. Воу! Ну что, ну я такое индивидуальное, такое, что с меня взять? Ну, разбил стул. Да, дебил. На утро проснулся, такой себе говорю, блядь, ты это реально сделал. Мне стыдно, да, поступок херовый, но... Чуваки, вы что, никогда не буянили? Ну что здесь такого? Я не понимаю. Вы можете там мне говорить, какой я такой, сякой, плохой, но вы меня тоже поймите. Я как-то в режиме был, тренировался, надо как-то оторваться, тем более не в Москве, никто не увидит, думаю. И тут начинается жара. Прилетают росгвардейцы, 5 человек, 10, меня пакуют и начинают дубинками бить, вот так вот мордой в пол. Я такой, что? Начинаю говорить, мои права, там, защищать что-то. Я общество знаний ЕГЭ сдавал, ну что-то вообще жесткое, типа. Забирают нас и говорят, идите в отдел, в Бобик. Крепят нас. И говорят, ну ладно, посидите 2 часа, и все. Я думал, 2 часа посидим, успеем в аэропорт, в итоге билеты просрали мы свои. И закидывают нас в камеру, в обезьянник. Это не московские обезьянники, где там вы просто сидите такие, у вас там все нормально. Там нет вообще стульев, там просто пол, кафель, 3 на 3 и решетка. Они как узнали, что мы московские блогеры. Я просто не хочу плохое говорить, мне сказали просто не говорить про них плохое, но я так косвенно зайду. Я вообще поражен, блядь, этому. Они увидели, что московский блогер, футболист, меня узнали там все, они там, а, мы за Броков болеем, менты подходили, говорили, мы за Броков. Я говорю, да, реально, да, Дима Егорова там знаем, ну то есть очень много всего. Но они специально решили меня посолить, увидели, все новости это подхватили, это просто резонанс. Но я такой человек, который может натыкаться на необъяснимую ерунду. Вот я индивидуальный такой. Знаете, вот XXL, у второго не найдете такого. Я один. Меня вообще не заменить никак. Я вроде пытаюсь, у меня все хорошо, но вот какая-то вот ерунда, она сама идет, меня преследует, меня забрали. В итоге закидывают в камеру 7 человек там. Туберкулезники, ВИЧ, Олег Монголов. Олег Монголов 5 штук. Они там с севера еще, вот Олег Монголов 5 одинаковых. Они одинаковые, они все лежат вот такие все. Ааа, блядь. И нас туда закидывают, они говорят, ах ты пи***. Московский. Ну, я не знаю, мне тут не повезло. Единственное, где не повезло, что я красивый, это откуда-то я попал. Они там начали меня, блядь. А? Поясни за то, поясни за это. Мне уже страшно стало. Хорошо, это обезьянник. Ладно, сейчас расскажу жесть. Я не знаю, не хотел это рассказывать, но... Насколько все было сурово, чтобы вы просто понимали, как ко мне относились.
у чувака наручники сзади, он вот так сидит в обезьяннике, нас 7 человек. Он говорит, я хочу в туалет. В туалет они не пускали, еду не давали. Мы пили из-под крана раз в 7 часов, вообще еду не давали. И человек говорит, я хочу в туалет, его не выпускают. А у нас был один стаканчик 0,5 на всю камеру, куда можно было сходить, может, ну вы поняли, убраться, да. И он такой говорит, ну ладно, один держи меня, типа, держи мне член, а другой штаны снимает ему. И он начинает писать этот стакан, ну это просто, блядь, вникните, Володя XXL, блядь, брок, и тут просто хуйня с лекарь, значит, писать стакан, и вся камера в моче. Другой чувак через час говорит, отпустите меня, он начинает срать. То есть мы в этом дерьме, блядь, я просто в этом дерьме находился сутки, 30 часов. Меня не выпускали, у меня голова кружится, я там, я, ебать, какие не придумал поводы, чтобы меня отпустили оттуда. То есть это самое страшное, что я не хотел пережить. Меня спросил Володя XXL, что ты запомнил за последние 5 лет? Я скажу поиску, в Салехард, как меня забрали. Это пугает очень сильно. Почему он сам не мог держать член? Братан, на наручниках он был. Он на ручниках был, то есть ему надо было держать, братан. Он держит там просто как-то вахханали, у меня в голове все не произмещалось. Вы думаете, что это все шутки, это как объяснить? Он не мог это сделать. Другой чувак просто... То есть даже в камере нет наручников? Да, в камерах наручники сидели. Ладно, это первая история. Вторая история в этой камере, что происходило. Самая жесть, короче, была в обезьяннике. Потом меня перевели в обычную камеру, где, ну, типа, арестанты сидят. Я еще заходил там на зону, говорил, читал в интернете, как заходить, блядь, в камеру. Ну вы просто представьте, блядь. Ну самое страшное было в обезьяннике. Чувак болеет туберкулезом, у другого ВИЧ. Он говорит, да мы одним шприцом укололи с ним. Ну вы, блядь, не понимаете, насколько сильно они кашляют все. И ты лежишь, там нет ничего, ни кровати, это просто пол. И ты с ними лежишь в этой моче, в говне, блядь. Что за нахуй? Я уже начинаю говорить. Вы понимаете, что это просто не по правилам? За то, что человек стул разъебал, блядь. Вы в Москве увидите такое, за то, что человек разъебал стул, его сажают, в такую хуйню кидают. Нет, вы нигде это не увидите. Но это Салехард, это красный город. Два города в России красных. Есть Салехард и какой-то еще. А в Салехарде относились ужасно. Потом мне говорят, все, Володя XXL. Они меня Володя XXL называли, подъебывали там, ну, то есть смех выглядело. Но я уже думал, что я запишу, выйду видеоролик за то, что почему такие условия, почему именно ко мне так. Они увидели то, что я московский блогер, и они начали меня топить, они начали говорить, какой я такой плохой, блядь, кидали в камеру. Там были камеры по 3 человека, они меня кидали прям в пизду, в пекло, блядь. Они меня кидали в пекло говнарям, каким-то вонючкам, я с ними даже был жить. Ну это, может, мы Амкалу, блядь, проиграли из-за этого, слушай, они так, блядь, говорят, я хуй знаю. Из-за чего это так? Что мы сделали такого? Что я сделал такого, чтобы ко мне такое отношение было? В итоге они мне говорят, суд. Суд. Еду на суд. Везут меня после этого обезьянника, я не ел вообще ничего, мне херово, везут на суд. И представьте, чувак в мантии, вот это, как они называют, судья, с молоточком стоит, я в Салехарде, у меня вообще в голове не укладывается, что, как за пару дней это может быть. И он выношу вам приговор, я за камерой, за решеткой стою, из-за стула какого-то. Два дня в колонии общего режима с арестантами, вот мы отправляем, минимальный срок. И еще судья был специально, они все эту ситуацию узнали, все это походили в СМИ, и из-за этого вызвало резонанс. И вызвали судью самого главного Салехарда, он вообще не судит никогда, но именно на это дело с Володей XXL они назначили его, чтобы это все подсветить. Начинаю вбивать в интернете, как ходить на зону, как ходить в камеру, блядь. У меня сердце колотится, я не знаю, что ожидать того. Ну все, меня одевают, блядь, панамку, ёпта, вот это. Пижаму, я не знаю, ну вы понимаете, да, о чем я говорю? У меня в голове просто не укладывается, захожу туда. Пи***рок идет. Как же меня, блядь, там говорили, ах ты москвич, блядь, ах ты такой, что ты мне делал. Только я убирался, блядь. Это самые страшные два дня. Я был, короче, все, на мне все было. Там не было туалета в камере. Когда я уже зашел после суда, там не было туалета. Они надо мной издевались. Я не хочу говорить, что меня били, чтобы потом не было проблем у города, да? Но ко мне относились очень плохо. Я не заслужил такого. Ну, согласитесь, блядь, вы тоже можете на угаре как-то потусить, кайфануть, да? Тем более... Ты на режиме. Я когда на режиме, я все тренировался с броуками. В Одинцово у меня футбол был, я вообще ничего не делал. Ни пива не пил. Я выпил пиво, блядь. Ну сколько? 4, блядь, бутылки. Ну нормально, короче, дошел до состояния. Хуякс! В тюрьме, в Салехарде, в панамке, в кепке сидишь, отчитываешься за что-то. Очень страшно. Как я вышел, только на свободу, я этот воздух почувствовал, я как будто ничего в жизни лучше не видел. Окей. Гоу!
А, в интернет просто выложили. Так-то всем все равно было. В интернет выложили видео за то, что ломаешь стул. Не я выложил, а друг. Бля, если бы он не выжил, все было нормально. Он выложил буквально через 30 минут, все разошлось, все приехали. У меня видосов много, есть компромат. Есть огромный компромат на Салехард, на город, как меня там мучили. У меня, блядь, есть синяки, сука, да. У меня есть, блядь, дохуя. У меня били, блядь, реально там. Ко мне хуёво относились. И это не смешно, пацаны, блядь. Я реально хочу к вам обратиться, блядь. Я не знаю, как-то эту ситуацию войти. Меня может пожалеть, блядь, я не знаю. Хотя, блядь, ну заслужил, да, косяк. Да, я разъебал стул, но не настолько ж сильно. В Москве бы это как-то всем похуй было. Но что-то тут именно так произошло все. А как вы решили разъебать стул? Да, брат, ну а что стул? Есть это видео вообще? Посмотри на меня там. Я вообще на угаре на таком, как всегда. Ну вот вышло это так. Четыре-три бутылки пива. Ну, как, короче, обычно. Я вообще не пьяный был особо. Но... Ты же еле говорил. Да кто там еле говорил? Нормально. Это я так еле говорю, когда войду. Я не сделаю верно. Все чуваки, которые были в ментовке, они смотрят медийную лигу. Они смотрят футбол. Я говорю, они болеют, блядь, сука, за Амкал. Из-за этого, блядь, они меня гнобили, блядь, там. Ебать. И вы представляете, был на спорте, хуярили, хейтили всегда. Перешел в Брок Бойс, меня тоже кроют хуями все. Куда? Не, мне здесь нравится в Броках. Но знаете, команда дает о себе знать, даже название. Реально, вот как перешел, еще сильнее стал. Я и так был вроде Броком, а тут как будто клеймо или печать поставили уже, что это Брок. Они все дни к тебе так относились? Да. Или последние дни уже такие, типа, Вован, там ты нормальный пацан? Да какой Вован? Нет. То есть там прям реально ненависть? Ненависть и отторжение меня. Потому что я московский, для них это впервые. Чувак говорит, а как ты сюда вообще попал? То есть я грязный, ты в одеждах. Как ты сюда попал? Они в недоумствах, хотя как я сюда попал? Но они меня прям хуярили, братан. То есть ты пытался с ними нормально поговорить, да. Они тебя все равно, или ты жестко им отвечал тоже? Да как жестко? Я с ними разговаривал, чтобы они мне просто еды дали поесть. Раз в 7 часов тебе давали воду из-под крана пить. Раз в 7 часов ты пил воду из-под крана. Первые 3 дня я вообще ничего не ел. Они мне закинули, блядь, буханку хлеба в камеру и тушенку. Я на нее накинулся, блядь, думаю, что вообще за жесть? То есть я вообще ничего не ел, меня не кормили. Я говорю, вы понимаете, что я, блядь, сознание потеряю, если не кормить будут? Он говорит, у нас чая нету, пей, блядь, кипяток. Я сижу, кипяток с буханкой хлеба. Я всю буханку хлеба съел за один раз, потому что я вообще ничего не ел. И не хочу дальше развивать тему. И прошу вас тоже не развивать тему, что ко мне там плохо относились, потому что меня пригласило это правительство города, меня пригласило это государство за то, что я такой классный спортсмен и все. Но государство сделало обратное, они меня просто, не знаю, изменили что ли. Я вообще другой вышел, я сегодня вообще на спокойном, я хожу такой татуировок, только не хватает тельняшку одел, такой на спокойных. Все как бы. В комментах был самый популярный вброс, что типа этот человек что-то рассказывает про крапа. Про крапа? Ну да, что краб, я не знаю, я говорил то, что краб, ты бухаешь постоянно, ты там что-то делаешь, а я типа ничего не делаю. Я уже спортсмен, я на здоровом режиме, а ты такой-сякой. Ну, блять, кто же знал, что в Салехарде произойдет? В Москве я стараюсь вообще на тренировке. Ну, ты сам видишь, я постоянно хожу, тренируюсь, у меня нет никаких косяков. Уехал в другой город, чтобы меня никто не увидел, потому что на утро тоже все знают. Это такая ситуация. Ну, бля, краб, ну, вроде взял за голову. Последнюю игру смотрел, красава. Не, реально, если про крапа говорить, слежу за ним, как за этим. За родным кем-то. Хотел мудак просто конченый какой-то, но все равно хочу, чтобы он гол забил. Хочу, чтобы он сделал что-то, потому что, бля, братан, надо забивать. Если ты смотришь это, давай берись за тоже за голову. Вроде взялся, но надо прям забивать, не хватает голов. Просто, видишь, я с ним не могу так поговорить. Через камеру придется общаться. Ну, все через камеру. Ты на самом деле любишь его, как назвал, что он мудак. Да люблю его, да, но мудак он, конечно. Ну, блин, ну ты сам не понимаешь, с человеком прожил, да. Он бы мне херово говорил. Но мне он не нравится сейчас, что он делает, но что-то в нем человеческое есть, знаете. Чуть-чуть осталось. Когда я с ним общался, он был прям такой охуенный тип. Сейчас все меньше и меньше. И остается прям чуть человечность. Она есть, братан, в нем. Он реально хороший. И все, кто его хейтят, я хочу на его сторону сейчас встать. Не знаю, бля, зачем я это делаю, конечно. Но не надо писать то, что краб, блядь, скатился, ты не будешь играть. Пацаны, он встанет, ёпта, на ноги. И просто время ему ждать. Он просто не в основе играет. Все у него будет хорошо. А этот момент со мной... Не знаю. Не знаю, очень много в голове всего. Тебе бывает когда-то страшно за твою судьбу? Да. Потому что один раз машина, один раз забрали
за салют. Теперь это история. Ну слушай, я в сериале живу. То есть, что будет в следующей серии, я выбираю сам. Ну, точнее, я не знаю, что будет в следующей серии. Я просто смотрю это как фильм. Ебать, это реально со мной происходит. Но мне нравится. То, что сказать, то, что я расстроен, что меня забрали. Если бы мне сказали, сделал бы ты это еще раз, выкинул бы стул. Чуваки, да. Просто ты таких инфоповодов никак не соберешь. Но они меня как будто сами ищут, да? Я знаю, что все будет нормально у меня в футбольном плане. Потому что сколько бы я, блядь, не тусил, ничего не делал, я буду на поле, у меня все будет хорошо. Но это надо прекращать. Да это и прекратил просто, бля, уехал в другой город, блядь. Ну вы сами поймите, чтобы потусить нормально. Но это стулья преследуют всех футболистов, блядь, я смотрю. Стулья. Крапчик, давай, ладно, собирайся с мыслями. У тебя все будет четко. Ты уже опережаешь меня по планке там какой-то. А вообще, ёпта, я уверен, что все будет хорошо у всех, и все будет здорово, просто нужно время. А вот эти постоянные косяки, они никуда не денутся. То есть вы ждите от меня что-то еще. Да, пройдет 2 недели, будет еще хуже. Я не знаю, что я подводную лодку, блядь, утоплю, хотя она так меня не потопится. Я не знаю, что я могу сделать. Это все само меня находит. Я Володя Excel, я такой один. Вы другого не найдете. Я как, знаете, вот на Ямале добывают, блядь, полезные ископаемые, а я в медийном футболе. То ископаемое, которое добыли, и все, такого больше нету. Какой-нибудь уран из золота. Ну реально, я вообще подхожу по всем параметрам, под единого футболиста. Я играю в футбол, у меня постоянно инфоповоды. Такого фиг найдете. И я готов, главное, играть в футбол постоянно. Я уверен, что все получится. Это только начало, мне 20 лет. И я с вами надолго. Если это сериал, это первый сезон. Это первый сезон сериала, это, наверное, третья серия где-то. А смотрите вы «Игру престолов», где 7 сезонов. И в главной роли я. В главной роли краб. И мы разъебем. Просто вот мы такие, просто наблюдайте за нами. Вам интересно? Я думаю, да. Ну вы просто приходите со школы, если бы я был бы школьником, мне просто было бы пиздец, как интересно за этим наблюдать, за всем. Все происходит, много нового всего. Поймите тоже, не такое уж и плохое, да? Можете хейтить в комментариях, я не знаю, что вы хотите хейтить, не хейтите, но я живу такую жизнь. Мне нравится, я артист, я выступаю, я после выступления взял и разъебал стул, да, там. Такая нота, сейчас заплачу, ёпта, или уже много плакал, да, в интернете? В халате.